В Пекине состоялась церемония открытия 20-го съезда Компартии Китая. В мероприятии, которое проходит в Доме народных собраний, принимают участие почти 2500 делегатов. Сам же съезд проходит под лозунгом «Социализма с китайской спецификой». В течение 7 дней делегатам предстоит подвести итоги 5-летнего периода жизни страны и наметить новые пути развития на следующую 5-летку. Но о том, что принесет 20-й съезд Компартии Китая, спросим у собственного корреспондента CBC в Китае, Альбина Абдурахмановой. Она у нас на прямой связи. Альбина, здравствуй, как слышишь? Здравствуй, Телли, прекрасно слышу. Альбина, ну хотя вот будущая политика Китая еще только будет выбрана, наверное, есть какие-то известные, такие интересные моменты, которые уже известны? Да, разумеется, уже известные моменты, уже, в принципе, уже известен и внешнеполитический курс Китая, и еще об этом было известно накануне, то есть в преддверии самого официального открытия. Для нас, для журналистов, пресс-центром был организован брифинг. Я вчера об этом как раз-таки говорила, и на нем Сунь Ели, он говорил о том, какие же все же приоритеты будут стоять именно во внешнеполитический курс, каким он будет в Китае на предстоящие 5 лет. Что же касается сегодняшнего непосредственно мероприятия, все же мне бы хотелось сохранить некую такую последовательность и ссылаться на непосредственно доклад Всекитайского съезда Коммунистической партии, который был зачитан буквально сегодня на официальное открытие столь значимого мероприятия. Он у меня сейчас в руках. Полный текст доклада, к слову говоря, будет опубликован уже совсем скоро, а именно будет опубликован Государственным информационным агентством Китайской Народной Республики Синьхуа после его утверждения съездом. Значит, название доклада звучит так: «Высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, сплоченно бороться за всестороннее строительство модернизированного социалистического государства». Ну что ж, на что бы мне в первую очередь хотела бы обратить внимание, я буквально сама недавно ознакомилась с этим докладом, и это достижение страны за минувшую 5-летку. Да, вот вы говорили о предстоящих планах, но нельзя вот рассматривать дальнейшее, как бы не подводя итоги. Вам известно, что Компартии за век существования была проделана колоссальная абсолютно работа для развития страны, для народа китайского. Но даже за столь небольшой относительно период китайской коммунистической партии, даже в период сложностей, которые были встречены миром, к примеру, вызванные распространением COVID-19, Китай достиг больших успехов, и об успехах, и о проделанной работе сегодня говорил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь на официальном открытии мероприятия. К примеру, самого доклада, вот зачитаю о достижениях Китая, общий объем ВВП страны увеличился с 54 триллионов юаней до 114 триллионов юаней. 54 триллионов юаней – это порядка 7,5 триллионов долларов США. Доля совокупного объема экономики Китая в мировой экономике достигла 18,5%. Прирост составил 7,2 пункта, и по этому показателю Китай прочно занял второе место в мире. Что касается ВВП на душу населения, он увеличился с около 40 тысяч юаней до 81 тысячи юаней. Разумеется, вот если это говорить, если о достижениях страны в экономической сфере, конечно же, доклад не состоит только лишь из достижений именно в экономической сфере. Были рассмотрены технологии, достижения, успехи, достигнутые в данных сферах, как технологии, инновации, строение армии и так далее. Не только внутренняя политика, но и внешнеполитический курс Поднебесной тоже в центре внимания. Необходимо всегда помнить об интересах всего мира, заявил сегодня глава Китайской Народной Республики Си Цзиньпинь.
Одни из поставленных задач и целей – это содействие скоординированному развитию регионов, а также расширению открытости миру на высоком уровне. Си Цзиньпинь также отметил, что Коммунистическая партия Китая является партией, которая не только борется за счастье китайского народа и возрождение только китайской нации, но и стремится к прогрессу всего человечества и великому единению мира. Мы, как отмечает Си Цзиньпинь, должны обладать еще более широким глобальным кругозором, глубоко проникать в тенденцию развития и прогресса человечества, кроме того, активно реагировать на общую озабоченность народов всех стран мира и вносить свой вклад в решение общих проблем всего человечества. Но только вот одними лишь целями и сроками их выполнения на 5 лет КНР не обходится. Страна смотрит далеко в будущее. К примеру, вот еще один важный момент, на который бы мне хотелось обратить внимание, и, на мой взгляд, достаточно важный момент, это общая цель развития страны на 2035 год. Какова же общая цель развития, в чем она заключается? Заключается она в следующем. Экономическая, научно-техническая и совокупная национальная помощь Китая значительно возрастут. ВВП на душу населения поднимется на новую ступень и достигнет уровня среднеразвитых стран. Сегодня отметил, вот спрогнозировал Си Цзиньпинь. На достигнутом, как вы поняли, останавливаться Китай не собирается, но более подробно о конкретных задачах, стоящих перед КПК, мы уверенно будем говорить еще долго и в наших следующих эфирах, но к этому часу у меня, пожалуй, это вся информация. Тели, передаю слово тебе. Спасибо большое, Альбина. Что ж, каким будет курс страны, я думаю, мы еще узнаем от тебя. Благодарю, Альбина Абдурахманова, собственный корреспондент из Китая, выходила на прямую связь со студией.